Всем привет, меня зовут Диджей Мазай, мы находимся в клубе Пикассо, с вами Shine TV, и сегодня мы пообщаемся с клубными персонами этой ночи, диджакеями, промоутерами и красивыми девушками. А ты знаешь, что сейчас в данный момент играет? Что за диджей? Как его зовут? Зовут его Алексей Талана. Отличная у него музыка. Ты удивительный человек, потому что, знаешь, в любом московском клубе публика совершенно не знает, кто играет, что играет. А ты знаешь? Ну, я как бы интересуюсь сам музыкой и слежу за продвижением. Это Алексей Талана, наш диджей-резидент. Очень приятно с вами познакомиться. Мне нравится ваша шляпка. Доброй ночи! Сейчас нахожусь в объятиях. Рома Шайн — это генеральный промоутер проекта Шайн. В данный момент играет диджей Талана. Я хотел тебе рассказать про концепцию вечеринки нашей, которую мы проводим сегодня. Вечеринка Бармен Шоу. У нас сегодня будет 3 часа. Мы отличаемся, во-первых, нашей музыкой. Это во-первых. Нашими резидентами диджей Мазай, диджей Алексей Талана, который в данный момент играет, Аркадело Беллини, диджей Старский. Учитываем мнение нашей публики. Мы не играем русскую попсу. Я согласен по поводу русской музыки. Я прекрасно понимаю Романа и вообще понимаю всю концепцию проекта Shine, потому что я резидент проекта Shine. Наши резиденты играют на настоящий хаос мюзик. Кстати, ты знаешь, что мы летим летом на Ибицу? Даже готов прилететь в ЮАР. Мне хочется задать вопрос одному из самых лучших барменов вообще. Представляешь, как дела? Спасибо, хорошо. Спасибо, не было бы пати. Они по-настоящему профессионалы. Спасибо, Мазай, за добрые слова. У нас лучший диджей, лучший бармен. Согласен на все 200%. И об этом говорит наша публика, которая у нас забивается каждые выходные, пятницу, субботу, с битком. Вот, я сегодня в роли... приставальщика. Вот скажи мне, у тебя есть какой-нибудь излюбленный коктейль? У меня есть мой любимый коктейль, который я делаю гостям и предлагаю. Я его сам придумал, назвал Доллар. Это шотик, я просто люблю шоты пить. В общем, и все, что горит. Вообще люди доверяют бармену, звездному бармену, доверяют ли, пьют его коктейль? Да, если грамотно объяснить, можно любого человека на любой коктейль, в принципе. А что больше пьют, водку или виски? Больше виски пьют. Ну, а ты сам думаешь, как полезнее и лучше всего, что, виски или водка? Лучше вообще не пить. Отличный ответ. Как ты думаешь, вообще люди хорошие сегодня? Да, однозначно. У нас всегда хорошие люди. Вы знаете, у нас не только бармены секси. У нас секси girls танцуют здесь. Танцуют здесь самые красивые девушки Москвы. Моя подружка. Привет. Как тебе Пикассо и Шайн? Ну, Шайн — лучшая промо-команда Москвы, а Пикассо — бар — лучший клуб Москвы. А сегодня мне выдалась возможность прийти сюда
как ведущему. Могу налить вот Капитан Морган. Кстати, для меня это лучший ром. Друзья мои, сейчас я как представитель барменской ассоциации клуба Пикассо передам коктейль очень красивой девушке с красивой улыбкой. Пикассо, одни красивые девушки, мальчиков не вообще, мальчиков не вообще. Вот скажи мне, Заги, как тебя зовут вообще? Как тебя зовут? Катя. Катя, да? Катя. А меня Иннокензи. Как вам проект вообще Shine и как вам клуб Пикассо? Отлично. Зайка, ну у нас мы работаем до 6 утра. Да-да-да, я буду отдыхать до 6 утра. Не слышу.